являясь важной опорой промышленного производства, шахты неизбежно создают большое количество проблем с пылью. Поэтому для обеспечения защиты окружающей среды на шахтах необходимы научные меры по борьбе с пылью. Пистолеты для тумана Дечент Мачинера быстро снижают концентрацию твердых частиц в воздухе с помощью очень мелкого распыления. За счет запланированного размещения противотуманной пушки так, чтобы противотуманная пушка могла покрыть максимальную площадь всей рабочей зоны, чтобы уменьшить явление пыли в шахте и обеспечить безопасность персонала. Разумное использование нескольких насадок с различными функциями грузовика с противотуманной пушкой может повысить эффективность пылеподавления и обеспечить непрерывное выполнение работ в зоне добычи полезных ископаемых.